Всем привет, дорогие друзья! С вами Тето и Шичу. Ладно, шучу. С вами Тето, и мы выживаем в аду. И это уже третья серия про выживание в аду. И Стив хочет кушать, и у меня осталось с ним совсем мало хлеба. И также нужно подпаливать теперь будет вот этой штукой. Ух ты ж, ё-моё, блин. Я же не в креативе. Тихо. Нужно потушить этот огонь. Блин, капец. Эта штука надо подпаливать сзади тебя. Потому что она тебя может сжечь. Круто. Ай! Свинозомби. Пьяный свинозомби. Свинозомби пьяный. Все, первый готов. Там еще один был. И сейчас есть. Вот, на, гори. Так, все. Они сгорели. И он опять хочет кушать. Почему-то он хочет очень много кушать. Так, ладно, давайте отковыряем светящийся блок. Глоустон, в общем-то. В общем-то, да, глоустон отковыряем. И будем уже глоустонами. Освечивать, как нормальные люди. Что делали в прошлой серии, пока глоустон блоки не кончились. Так. Надеюсь, тут будет, конечно, гравий немного не крутая штука, потому что он, в общем-то... И, кстати, свинозомби почему-то летают. Иногда летают. Вот вы... Вот я замечаю, что они иногда летают. Так, и у меня есть золото. Они боятся все-таки лавы почти. Хотя они не должны бояться лавы. Ух ты ж, ё-моё. Свирепый свинозомби был. Да уж. Так, все, теперь опять откопаем. Так, так. Так. В принципе, вот. Так. Хорошо, что лава сюда не течет. И нужно закрыть там, где лава начинает течь. Закроем тут это все. Все, лавы уже нету. Нет, лава еще есть, поэтому нужно прокопать блоки. Так. Выживание в аду на самом деле не такое интересное, как я думал. Но, надеюсь, вам нравится. Это нравится, надеюсь. Это выживание в аду. И мы, в принципе, выживаем. И это очень круто, потому что это очень сложно выживать в аду. И, кстати, строиться в лаву тоже сложно. Особенно, когда у тебя два сердечка. Убьет за пару секунд. То есть, ошибку совершать нельзя. Кстати, да, все, у меня хлеб остался, последний хлеб. Но зато у меня жизнь сейчас восстановится. Немного. Все, лава исчезла, да? Ура, лава исчезла. Исчезла. Хорошо.
помните, мы играли в Орион. Так вот. Так. Секундочку. Так вот. В Орионе есть такая тактика. Вот так вот строится. Блин, я сделал ошибку. Вот я дурак. Все, нет, меня сейчас... Фух, повезло. Так, значит... Откопаемся. А теперь... Так, нужно... О, свинозомби заспавнился. Привет, свинозомби. Давайте тебя убьем. Убьем свинозомби. И опять этот Стив хочет есть. Почему он так часто хочет есть? Он... Ему худеть надо. Он уже какой толстый стал. Стив, тебе надо худеть. А ты все время хочешь есть. Все, еды нету больше. Что ты будешь делать теперь? Так. Вот так вот мы проходим очень сложную лавовую ловушку. Потому что все-таки я не зря терминатор. Хотя терминатор во второй части как раз и терминаторы расправились в лаве. Но я не расплавляюсь в лаве. Потому что все-таки я терминатор, который не плавится в лаве. В общем-то, можно сказать так, да. Хотя нет, это звучит очень глупо. Хотя, что я говорю вообще? Я говорю какой-то бред. Так. Так, всё. Мы уже построились нормально, так. И, в принципе, все это. Видео кончается уже скоро. Но пока оно не кончается, и мы еще строимся в лаве, да. Короче, в принципе, это может быть последняя часть выживания в аду. И, ну, давайте, вот будет 5 частей, это третья. Как 5 волн у Херобрина было, давайте. И этот Херобрин, кстати, мы от него, если кто не знает, мы как раз от него сбежали в ад. Так. И, кстати, тут можно уже пройти куда-то. Ай, лава, нет, лава. Блин. Я сделал очень сильную ошибку. Нет. Мои вещи. Короче, это последняя часть выживания в аду. Мы тут умерли. Вот так вот глупо. О, нет. Ну что, ты вернулся из ада. Херобрин, нет. Теперь умри. Нет, он мне килл прописал. Нет, Херобрин. Я вернусь в ад. Нет. Ай, он мне... Нет. Нет, все, я попался. Нет. Нет, за что? Нет, все. Ай, нет. Нет. Я не могу нуться в ад. Ну вот. Ну как так можно было умереть? Почему? Это я умер из-за бага. Блок не хотел ставиться. Но он должен был ставиться. Вот глупые баги. Хорошие баги. Баги очень крутые.
Я их создаю. Нет.